Рио, да, и но сборы перед Олимпиадой проходили не в Рио-де-Жанейро, а в Апаресиве. То есть мы прилетели в Сан-Паулу, и там как бы такой городок маленький, Апаресиве. Как бы смотрели, что температура, в принципе, в Бразилии как бы, ну, тепло. Никто не думал, что там будет настолько холодно. Мы приехали, и, в общем, на улице было 8 градусов, а в зале было 5. То есть вроде Бразилия, жаркая страна, мы как бы взяли с собой костюмы, ветровки, шорты, да, как бы. Мы одели на себя все. Все, что было, просто у нас чемодана, и мы все равно мерзли. Мы пришли в зал, как бы зал был как футбольный стадион, наверное, то есть крыша была навесная, то есть почти на улице. А на улице было очень холодно, нам поставили обогревательную лампу, но, конечно, это не спасало. И вот Александра из Москвы заказала нам, привезли душные жилетки, и мы тренировались в трех костюмах, в дутой жилетке сверху, и стояли на хореографии в этих жилетках, конечно, как пингвины, просто, ну, как бы, и приходилось иногда даже делать на ковре что-то в жилетках, но тренеры понимали, что холодно, и мы что должны быть разогреты, поэтому нам вот разрешали утепляться, так скажем. Ножки тянешь вперед, и назад. Tonight.
смотрела на Иру чаще. Мне больше нравилась на самом деле Ира чаще, чем Алина Кабаева, не знаю почему-то. У меня висели ее плакаты, вот она для меня была кумиром, как-то мне очень хотелось. У меня было огромное желание, потому что вот когда проиграла эти соревнования свои первые, когда мне не дали медаль, у меня было на душе такое, что вот я прям себе поставила цель, что я должна, потому что мне надо, чтобы мне дали медаль. И вот я тренировалась очень упорно, и дома, и в зале. И вот через полгода я стала на второе место, не на первое сначала, а потом еще через полгода уже золотую медаль. И как бы два года по школе все равно, как вот вам объяснили, я была на первом месте, потом уже на Москву начала попадать, и так дальше пошло. Ну что, обычно моя биография такая, она очень интересная, и сейчас мне задают вопросы насчет того, почему я выступаю за Канаду, где я родилась, Патрисия, почему у меня такие сочетания имен, фамилии и так далее. Вообще, почему я тренируюсь в России, выступаю там, и я могу рассказать вам так, более-менее поподробнее. В общем, я родилась в городе Ванкувер, это в Канаде. Наверное, могу сказать, что это мой любимый город. Как-то душа лежит, но сейчас не об этом. Я почти сразу же, как родилась, мои родители уехали обратно на свою родину, в Россию. Они вообще русские, и поэтому мы вернулись как бы домой. Сначала я начинала в Москве. Уже где-то в 3 года меня пригласили в Центр Олимпийской подготовки. Ну так, конечно, понятное дело, там было ничего не понятно, кем я могу стать, что у меня может получиться, но у меня просто сказали, мне хороший тренер посоветовали, предложили, чтобы я там начала тренироваться. И теперь пошли смену. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, моя мама была очень сильно против того, чтобы я стала, того, чтобы я положила всю свою жизнь на этот спорт, и поэтому мы вернулись в город, откуда сами мои родители, во Владивосток. Там-то я начала свой спорт так, для здоровья, для физкультуры, для того, чтобы просто для развития как ребенка физического и какого-то характера. И все равно судьба меня толкала, как-то своим трудолюбием я дошла обратно до этой Москвы, и меня вернули в тот же Центр Олимпийской подготовки, куда меня приглашали, когда мне было 3 года. Когда я уже приехала в Москву, когда мне было 11 лет, меня родители привезли, оставили. Я там жила одна, тренировалась со всеми своими количеством мозгов и умений, как-то пыталась выбиться дальше. Я подглядываю. Я не подглядываю, и мы с мозгом будем дальше играть. Не заснеть. С закрытыми глазами, это не так легко. Это так, не так легко. В сторону, вот так где? Один год я так приезжала-уезжала, в 12 я уже основательно там осталась в Центре Олимпийской подготовки. Жила я в интернате. Ну там не интернат, там есть квартиры, где приезжие дети живут и тренируются. Но все равно это все было так настолько самостоятельно, что пришлось очень быстро адаптироваться, и желание как-то чего-то достичь. Даже у меня не было желания там какой-то конкретной цели там стать вот чемпионкой мира или там добиться этого. Просто была какая-то цель, вот, ну не сдаваться, то есть ни шагу назад. То есть я не хотела там возвращаться обратно в Владивосток. Я просто знала, что так, чтобы много не думать, я лучше выберу какой-то путь посложнее. Это будет как-то выгоднее дальше в будущем. Ну и так, маленькими шагами я как-то вела. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я когда начала выступать за Канаду, это ну, к такому решению пришла главный тренер, вы знаете, российской художественной гимнастики Ирина Рябина. И уже с 12-13 лет по юниорам я начала ездить по всем группам мира. Даже занимала там, была почти всегда стабильно.
упертые рогом, выходим красиво. Готова Россия! Мы влупим гол скоро, все сделаем клево, всех сделаем снова. Россия готова! Давай, Россия! Давай, давай! Давай красиво! Давай, давай! Давай, Россия! Давай, давай! Давай красиво! Давай, давай! Давай, давай, давай! Yeah.